вопрос, кстати, почему Нестора не разбудил, собственно, тиммейта, почему Бэйн этого не сделал. Ну и вот ответ. Не убиваешь ты, убивают тебя. Ответ моментальный, Нестора у нас разваливают, и счет становится 2-1. Хоста у нас для Магнуса, у Магнуса нет до сих пор РПшки, ну и промазывает Магнус. Но здесь, конечно, никуда, ведь доктор у нас не денется, но ни маны, ни хп, и в кулдауне еще и каст. Так, Джаз у нас до сих пор без РПшки, бывается на Ву. На Ву уже стоит ракета. Ву, скорее всего, здесь умрет. Кстати, плевок от Ву хотя бы перед смертью надо сделать. Супернова пошла у нас от Феникса. Нестор горит здесь, Джаз горит здесь. Кулдаун по всем. Ну и Люсьенова шанс разваливается. Дред вовремя прилетает. На лоу хп команда из 9. Они потеряли уже двоих. И третий отлетает у нас в таверну. И Ворс тоже, скорее всего, отсюда не уходит. Вот это они ворвались, я понимаю. 4 в 1 просто сливается команда из 9. Нестор соло против Ву. Ву уходит у нас под кулдауна. Джаз бежит дальше за Ву, у него есть РПшка, но Ву и так развалится. РП нельзя здесь тратить, а вот на Дреда можно было бы и потратить. Недалеко у нас Шторм Спирит, надо хотя бы засейвить Нестор. Сюда еще и Учиха Мадара летит, Дред. Старается развалить Джаза, и Джаз РПшку юзает. Скьюер, просто уезжать отсюда, никого ты не вези за собой, Джаз. Не надо, Джаз у нас открывается, пошел по нему Санрей. Джаза развалили, Феникс достаточно грамотно всегда в этом файте и разменяли оффлейнера на саппорта. Чикмадара увидели, у него есть Икарус Дайв, просто улетает отсюда. Супернова тоже есть, Борс побежал. Бладрайт у нас под ноги, Супернова пошла у нас от Феникса, но так разбивать уже, да? Разбивает у нас голову Фениксу, пока он находился в яйце. Под ноги всем. Миднайт Пульс Нестора не закрывает хроносферу. Усьена шанс. На лоу хп сам себя прячет у нас в Найтмэр, и команда из 9 делает минус 4. Вообще это немножко жуткая ситуация. 15-я минута, и до сих пор нет 6-го левела у нас у Вичдокера. Так, ну что, у нас пошел врыв на мидлейн. Бладсикера развалили. Гирокоптер начинает наваливать по Вичдоктеру. Вичдоктер под рокет-баражем у нас рассыпается. Визаж тоже отправляется в таверну. Там еще и птицы его доковыряли. Ну и размен просто поводки. Будучи в сайленсе. Ну и Дред за лишнюю наглость наказывает у нас капитана команды Скулнай. Пришел во вражеский лес пофармить. Но он пришел туда без уважения. Он даже не назвал Войда крестным. Ну что, у нас увидели Дреда. Дред у нас под ультой гирокоптера. Уходит на хайграунд. Здесь уже Магнус. Магнус на скьюре должен вести у нас Дреда. Дред ловит ракету, и Дреда здесь, конечно, развалит без вопросов. Ну и вот первый врыв у нас от Вайда. И врыв по всем. И Нестор, до свидания. И Люсьен Лошанс, до свидания. И Дред разваливает у нас еще и Гладсикера. Джаз очень удачно. Ворвался с РП. Ульта пошла у нас от Феникса. И Джаз здесь просто все, что команда Сота им упорным трудом зарабатывала, превращает в ничего. Сота, конечно, в плюсе остается, но они могли 5 в 0 потратить. В итоге они дерутся 6-3. Нестора убивают. Но еще становится 14-16. Два раза развалили у нас гирокоптер. Так, Black Hole у нас от Борза по двоих. Прямо под Т1. И здесь Тесварк от Вичдокера. Борза отправляет вверх. Отлетает у нас Спорс, Нестор здесь с колдауном, минус 2 делает команда из 9 и минус 2 от команды Сота. За Дредом летит ракета. Дред сейчас просто рассыпется. Нестор вместе с Люсьеном Лошанцем через финсгрип разваливают мейн-керри команды Сота. И дальше за Фениксом гонится у нас Нестор. Помимо миссил 4 левела за Фениксом. Как долго Икарус Дайв, конечно, с кулдаунится. Это просто жесть. Ну и что делать? Супернову, наверное, отдают? Наверное. Чикамадара ловит у нас еще и стан, ну и очень удачно пошел на Шторм Спирит. Убили у нас Шторм Спирита, убили у нас гирокоптер. Размен 1 в 1. Ну, здесь уже на хайграунде команда Скулнайн. Вы офигели, вы только что проигрывали. Как вы это делали? Только что вы сливались с четвером в одном файте. Просто заходят на хайграунд, и здесь на хайграунде веселят. Бладсикер у нас под Штормом. Бладсикер здесь-то умрет. Ну и Шторм может себе позволить летать по лайтнингу спокойненько. Даже под ультой Бладсикера это не проблема. Врыв пошел у нас на Бэйн. Бэйна разваливает. Нестор дает кулдаун. Ву здесь рассыпается под рокет-баражем. Ульта пошла у нас от Феникса. Уходит отсюда команда Скулнайн. Ну и здесь Джаз просто под ультой Феникса сейчас рассыпется. Минус 3 делает команда Сота в ответ на одного потерянного визажа. Инициативу не проявили другие команды из 9. Нестор, Люсьен Лошанс, да разберите живо с этими касками. Юл сам на себя бросает Бэйн. Ву у нас под ультой Бладсикера. Ну и Нестор начинает вместе с Аегисом боковать. Он понимает, что он может здесь и умереть. Борс у нас отходит из-под Фениксана. Дред ставит как раз под Фениксан у нас хроносферу. Нестор, скорее всего, умрет. У Нестора есть Аеген, надо Борсу врываться.
Либо сейчас, либо никогда. Black Hole надо провязать. Nest Enigma. Как долго? Black Hole от Enigma, но под сайленсом здесь Nestor. Он ничего не может сделать. Enigma здесь просто законтрили фамильяры. Трипл килл от Storm Spirit. И тут даже Lucian на шанс остается. Unstoppable и ультра килл от Storm Spirit. Минус 4. Счет становится 26-26. Команда из 9 просто разворачивается и уходит. Они забрали Т3 или никуда они еще не разворачиваются и никуда не уходят. Дред поймал Silence. Ну, молодцом. Опять недоконтролил в этом случае Void. Black Hole пошел у нас по троим игрокам. Борт сразу же отваливается из Black Hole благодаря Storm Spirit'у. Storm тут просто зарешал. Не очень удачный Black Hole. И нереально крутая игра у нас от Шторма. Еще и Магнуса отправляют в таверну. На лоу хп ходит отсюда Нестор. У Нестора нет Эгиса. Нестор у нас, скорее всего, здесь умрет. Отваливается у нас еще и Нестор. Storm Spirit забирает его. Один Магнус, в общем-то, все решит. Под эмпауэром здесь Гирокоптер. Дэмэджа у него много. Пошел Финс Грип у нас в 5-3-3. Цепляет всех Джаз. Все у нас под колдауном. И очень удачно пришел Дред. Разваливают достаточно быстро Бладсикера. Да, пошла у нас от Феникса. Но здесь Нестор сваливает. А Люсьен Лошанс уже и шансов не видит отсюда уйти. Люсьен Лошанс тоже в таверну. Трипл килл от Дреда. Дред дальше за Борзом. Минус Энигма. Ультра килл от Дреда. Налейте ему маны. Он тут догонит Нестора. Это Тим Вайп, скорее всего, от команды Сота. Нестор пытается отсюда уйти. И просто дежавю. Здесь же на хайграунде добивает гирокоптера Storm Spirit. Тим Вайп 5-0. До сих пор Т1 стоит от команды Сота. Врывается Дред. На Джаза пошел, пошла хроносфера. Войд не жалеет хроносферу. Ульты раздаются просто по КД. Вижу цель, напал. Вижу, напал. Поймали у нас Бладсикера. Прошелся он по вражескому лесу. И смока выпрыгивает команда Сота. И разваливает Бладсикера. Борз, Блэк Холл по троим. Каски полетели у нас в борт, за РП пошел от Магнуса. Но здесь гирокоптер наконец-то у нас не стоит в хроносфере, а стоит и стреляет. Но здесь Дезвард просто стирает у нас Нестора. И после этого Дред. Хроносфера под ноги, Люсьен Лошанс в таверну. И еще один тимвайп от команды Сота. Ай, сложно как заходить в команде Сота. Midnight Wolves уже лежит. Смог провязала команда из 9. Она сейчас будет врываться, скорее всего. Вижена нет. Борза увидели. Мелифейс на Дреда, на нем висела линка. И Борз пошел Black Hole на мидлейне. Полетели каски. У нас тут Вич Доктора. Магнус, где твой РП? РП поставил Магнус. Нестор начинает наваливать по всем. Счет на РПшка от Джаза. Через Refresher Orb троих сносит команда S9. На лоу хп здесь Enigma. И падает у нас в ульте Феникс. 5-3-3. Дальше за Нестора. На байбеке смотрим. Есть байбек у гирокоптера. Линию они практически потеряли. Врыв пошел на Бладсикер. Ну и Storm Spirit уже не остановить. Дальше на Борзу, теперь на Магнуса. Магнус, скорее всего, отправится в таверну. Байбека у Магнуса нет. Шторм дальше за Магнусом. Куда же ты переключился? Шторм переключается у нас просто на постройку. Какой молочак. Тут Storm Spirit немножко недоконтролил. На поинтах Шторма. Интеллект исключительно. Залетает Шторм. Линку сбивают Шторму. Дред ставит у нас хроносферу. И Нестора отправляют, скорее всего, в таверну. Нестор у нас отъезжает, либо пошел от визажа. Борс на лоу хп, Борс в таверну. 5-3-3 просто стоит со стороны и наваливает. Минус 3 делает команда из 9. 5-3-3 дальше за Люсьеном Лошансом. Нестор после байбека. Тут просто чудеса какие-то творит. 5-3-3 убивает одного, второго, пятого, десятого. И 5 игроков команды Сота отправляются в таверну. Молодчаки. Необходимо команде S9. Ну что, Борс срывается у нас. Black Hole под Реду и Black Hole под 5-3-3. РП от Магнуса. По двоим. Кулдаун от Нестора. Нестор, Флэк Кэннон, включи. Чувак стоит в стане. Включи Флэк Кэннон, Нестор. Как же сложно, да? Под касками. Просто вплотную. Флэк Кэннон по-прежнему не проюзанный у Нестора. Он стреляет через Рокет Бараш. У него не включен Флэк Кэннон. Только сейчас начинает настреливать. Благодаря Флэк Кэннону убивает одного уже. Трипл килл от Нестора. Дальше с XYZ, но XYZ, конечно же, в таверну. Но это чушь какая-то, конечно, вот гирокоптера. Просто не включать Флэк Кэннон, я лично наблюдал за ним на протяжении 10 секунд масс-файт. Он не включает Флэк Кэннон, он стоит и в соло через Рокет Бараш, и соло руками пилит одного героя. На кой пёс вообще гирокоптеру какие-то артефакты, если он не юзает Флэк Кэннон? РП пошел у нас от Джаза, а Эгис лежит на земле, а Эгис никто не понимает, забирает визаж, а Эгис, Джаз не дает, точнее, вторую РПшку, понятно, что не дает рефрешер арба, у него нет, разваливает Бладсикера.
забрали Джаза, забрали Бладсикера, и Визаж забирает себе Аэгу, и Войд живой. 5-3-3, разваливает в итоге у нас Т4, Дред. Под РПшку от Джаза, еще одна РПшка, где ты, Нестер? Нестер бегает в хиксе, Флэккеннон прорезал Нестер, и все. И на этом все заканчивается, он вязает Флэккеннон и остается в хроносфере. Нестер через Флэккеннон по Дреду, Дред в таверну. Гадлайк, трипл килл для Нестера, я уже похоронил его, умирает в итоге у нас Нестер, лежит Рапира. Рапиру забирает Бладсикер, 5-3-3 по Бладсикеру. Никуда ты не уйдешь отсюда, Бладсикер, Рапира на земле. Рапиру себе забирает Шторм Спирит, и Шторм Спирит с ультракиллом. Нестер без Рапиры не боец. Вот это замес. Рэмпэдж от Шторм Спирита. В конце этого файта и Люсьен Лашанс. Давай, попробуй. Ну, понятно, что Финспирит закончится, и тут два удара. Хекс, три удара, дабл рэмпэдж от команды Сота под конец этой игры. Это, безусловно, ГГ, никаких байбеков, но вот это мясо, конечно. 57 минут и такой жесточайший экшен в конце. Немного недоконтролила команда из 9, не получилось. Был шанс, но простоять в итоге Хиксе, а после этого тому же Гирокоптеру, а после этого включить Флэккеннон, включить БКБ и простоять в хроносфере чуть ли не до самой смерти. Это, конечно, было дерзко.